Так, катушки из трех проводов. Одна по Мишину, две по Тесла. Включаем вращение поля. Все заработали. Так, магнитное поле. Большое. Так, сделано вот из такого аудиопровода. В середине третий провод, вот он, между этими двумя. Вот с этой стороны. Тут полоски синие. Вот у нас получается. В щелке видно третий дефект. Маленько сломалось, пока посидели. Так, этот у нас самодельный. Два диода. Он работает тоже так же стабильно. 35 сантиметров. 5 вольт, 2 диода, 200 оборотов лакированного провода. Стандартный. Тридцать пять сантиметров отрабатывает. Пробивает отлично. Тоже 5-вольтовый. Можно быстро сделать 21 метр провода.